Так, 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 надо тихонечко. Да это не говнюк ползает. Это кто-то другой. Ну давай, прыгай. Там ступеньки вонючие. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фисташня, Робби, Слава Питер. Как всегда, очень много классных подписчиков и подписчиц. Пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. В пиццерии завелись чужие, и охранники должны выживать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Надо быть очень осторожным. Так, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Извините, Гафар. Ты думал, что я в него вселился, да? Да. Вот это мне уже нравится. Пусть думает, что я вселился в кого-то. Так, стоим. Пока. О, отлично. А ну если... Ну, ага. Ага. Проехать. Дима в кого-то вселился, чи не? Не знаю, не знаю. Смотрите внимательно. Так, начинается Мочилова. Все думали, что в Серегу вселился, но нет. Мне это очень нравится. Убийство, самоубийство творят. Где эта шучара? А, вон, вижу. Где? Эй, аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Вы должны меня замочить, потому что идет зачистка. У вас в пиццерии завелись чужие, которых надо очистить. Давайте. Ладно. Вы сможете. Вот спрей. Да вон он. Да ну как ты меня видишь постоянно? Я не могу под столом пролезть, он очень жирный кабан. Очень прикольно, мне это очень нравится. Опа, есть контакт. Где эта какашка? Я тут прячусь, в одном из вас. Думай, думай, Сережка, в ком же я? Эй! Убила? Да. Зря ты зашел. Зря. Вселился в кого-то. Эх! А теперь я начинаю вас нагибать всех. Отлично. Где же Сережечка? Где же Сережечка? Я хочу его убить. А ну-ка иди сюда. Убийца. Сейчас, если в течение минуты вы меня не убиваете, я стою большим и начинаю вас всех мочить. Вот веселье, отлично, отлично. Ого, вы чё, осторожно. Ты же не умеешь им пользоваться. Опа, опа, ну, ищите. Время идет, 30 секунд еще, или где-то 40 да осталось. Он делся. Я знаешь, специально заныкался, чтобы перевоплотиться в другого. Короче, мне, чтобы перевоплотиться в другого, надо еще одного убить. И тогда я стою большим. Мне кажется, надо сюжеточку такую делать. Так, сейчас я убиваю кого-то и стою большим. Так, есть! Опа-па! Так. Говно. Я же говно, чужой. Я же где чужой. Ты, какашка? Где ты, тварь? Какая тварь? Ты тварь. Я не тварь. Ты паскуда. Я паскуда. Ты мои мысли читаешь. Так, так, так. Кого же убить? Сейчас, сейчас, сейчас. Надо главного выследить, охранника. Ребята, все держимся вместе. Зачем ты стреляешь по всем, King of Fire? Вижу Сережку, у него R2 в руках. Так, я подготовился. Так, так, ты за... А, ты шарами хочешь по мне стрельнуть? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. А, ну иди сюда. Рожки и сахар. Да ладно, ну нечестно, я же... А чё от шаров умираю так быстро? Это же баги. Нет, это не баг, это фича. Какая это фича? Так, я валю. Так, опять надо вселиться, все заново. Я, короче, яйцо вылупилось, и еще один чужой появился в пиццерии. Давайте, ищите. Ребята, я провожу газовую зачистку, так что всем быть готовым. Аккуратнее, точнее. Так, сейчас я одного седаю, стою червяком, а второго седаю, стою большим. Сейчас надо все продумать до мелочей. Ах ты! Ах ты, King of Fire, задрот контрстрайковский. Фисташка, на! В кого вселился? Не знаю. Смотрите, смотри, в тебя?
Труп чужого где был? Ой, уже сам. Отлично. Еще одного надо убить. Нет, двоих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо. Щебелинкс. Говно, я не попал. Да меня ты зачем? А, вот Димку кто-то убил. А, нет. Это я сам килл прописал, потому что я бессмертный. Так, ну что? Сейчас я должен всех замочить. Большой чужой появился. Тут есть шахты, по шахтам буду лазить. О, так тут реально рабочие вентиляции. Класс. Да. Офигеть. Я тебе сейчас сюрприз отправлю. Да. Ой. Давай, кушай его. Есть. А я отомстил, Серега, за тебя. Давай, иди сюда. Так. Да вы задрали, ну, Серега, ну почему ты убиваешь меня постоянно? Потому что ты Бэтмен. Еще одно яйцо разлупилось. Че вылупилось? Как правильно, разлупилось. Так, надо с разгону. Вот так вот. Слышь ты, Драбадонкс. Так, надо тихонько. Да это не говнюк ползает. Это кто-то другой. Ну давай, прыгай! Там на ступеньки вонючие! Ребят, провожу газовую зачистку. Да вы видите все. Ай, блин, а ну я умру? Да, моментально умираю. Ментально. Вон он, маленький говнюк. Есть! Ай, в попе шерсть! Тихо. Да, блин, ты задрал свои гранаты вонючей. Так, надо вылететь. Так, давайте зашкеримся, потому что очень легко они меня убивают. Так, надо выследить кого-то. Газовая граната. Так, вижу. Да вы задрали, чего вы кидаете на проходах? Пердежная граната, лови, Дим. Давай. Да не надо давать. Давай. Ой, вселился в кого-то. Отойди, Фиса. Ну, дурочка! Ах ты, блин, да ты смотри, что они делают. О, я сейчас по-другому сделаю. Я сейчас зайду с другой стороны. Так. О, а чужой что, по лестнице может лазить? Круто. Вот это они там творят в вакханалию. Я тоже хочу. Давай. О, по вентиляции пол. Ай, блин, прям граната упал. Нет. Но... Да вы задрали. Серега, тебе не надоело убивать меня? Нет, а тебе не надоело вселяться в нас? Да я не вселяюсь. Я выселяю. А что ты делаешь? Тихо, убьете. Это что, против этого? Как его? Против чужого специальный газ? Это против насекомых, а ты насекомый, ты паразит. Я паразит? Хоть буду знать. Ого, Серега, ты че, вообще неадекватный? На тебе за это. Да как, я вселился, ты... Ну, блин, а... У меня уже жопка пригорейшин. Тихо. Не нервничай. Опа, есть контакт. Отчитываем 20 секунд. Вон он! 10 секунд. Ау. 5 секунд. Да как вы догадались, что это он? Вот как? О, на меч прыгнул! Прям на меч! Это настолько совпадение и рандом? Дорум-дом-дом. А так на меч убивает, когда ты крылья касаешься. Да, Серега! Ну ты меня видишь. Ой, не хотел. Че, 20 секунд чини? Ну да. Только в комнате охранника все. Да вы задроли! Ну как вас играть с вами, если вы неадекватные охранники? Мы безбашенные на смартфоне. Я кабан. Я просто бычу. Так, я на диване буду отдыхать. Вон он! Он тут сидит! Где? Я знаю, где он! На диване! Знаешь, сколько тут диванов на этой карте?
Ого. Да сейчас все обшарят. Опа. Дуэль с чужим. Отлично, ау, отлично. Харакири нельзя делать. Дура, Фиса. Ой, это веселье. Так, все, я сейчас, короче, в кого вселяюсь, сразу стою большим. Так что вы должны быть настолько внимательными. Давай. И кто умирает, больше не участвует в дуэли. Все у нас по-честному. Все, King on Fire не играет в этой дуэли, наблюдатель. Кто не играет, остается в комнате, в офисе стоит. А кто живой, бегает по всей карте или как хочет. Еще один умирает. Фисташня решила сегодня всех убить. Давай, Фисташка, убивай всех, а я в конце в тебя вселюсь. Это будет гениально. Ты понимаешь меня? Да, конечно, понимаю, я же пс... Их. А, там какая-то бомба. Так. Я пойду лучше, пусть там красивенько. Отлично. Отлично. Ага, мне надо килл прописать. Сейчас, секундочку. Тебя бомба должна была моя убить. Ну не получилось, Серега, ты видишь, ну не убила она меня. За это я тебе шарик отправлю. Нет, не в меня! Отлично. А? Так, кто остался живой? Я. Фиса. Одна, что ли? Да. Фиса, я тебе не завидую. Иди сюда. Есть! Че получается, чужой выиграл? Ну чё, давайте, все против меня одного. Я тебе сейчас укрою зачистку, Дима. Нет. Я тебе стол начищу. Ты где? Злитесь, да? Ой-ой-ой, так ты уничтожил весь город. Давайте еще раз, мало мне, еще давай. Давайте так, без бомбы, по-честному, что было. Сейчас стойте. Опа! Ты куда полез, животное, блин? Так, сейчас я должен выследить. О, молодец, молчи, мочи. Мочи все. Обстоятельства. Это животное. Сейчас. Я выслежу этого убийцу. Он меня выслеживает. Да. Ты... Молодец, Серега, что ты отошел от всех. Молодец, умничка. Слава, Питер. А, шар! Шар! Да ну блин, он догоняет меня. Дима проиграл. Ну проиграл, ты проиграл. Вы тоже проиграли. 1-1. Отлично. 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 Иди сюда. Кого еще? Кого еще? Тебя съедим. Да ну а что ж ты хотела? Ах ты! Знаете, что победила? Победила дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Серега, взрывай! Ебать.